Она прошла сегодня в Центре занятости населения города. Свои вакансии представили более 20 компаний курорта. Предприятия санаторно-курортной отрасли, здравоохранения, строительные компании, многофункциональный центр. Вакансии предлагают как для опытных, так и для молодых специалистов. Более 500 предложений. Но всего же в базе Центра занятости более 5500 вакансий. Кроме того, здесь помогут получить новую для себя профессию. Центр занятости населения проводит набор на профессиональное обучение безработных граждан по профессиям. Официант, электрогазосварщик, младший воспитатель, повар. Обучение бесплатное. Во время обучения выплачивается стипендия, выдается сертификат специальный установленного образца. Сегодня же в рамках краевой акции «Планета ресурсов» прошел тренинг для выпускников. Будущим молодым специалистам рассказали, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании при устройстве на работу. Добавлю, что такая же ярмарка вакансий сегодня прошла и в Лазаревском районе. Ну а завтра соискатели смогут встретиться с работодателями и в Адлере. Ярмарка вакансий пройдет с 13 до 15 часов в районном доме культуры.